Можно? Привет. Девушка, девушка. Пойди сюда, пожалуйста. У вас тут был один коттеджик такой, очень вкусный. Можете меня принести? Не возражаешь? Я тоже от устроил. Может, перестанешь выпендриваться? Знаешь, а ты первая, кто за долгое время восприняла меня так спокойно. Как зовут тебя? Катя. Ну, или Вера. Спасибо. И все же это мне непонятно. Что тебе непонятно? Что ты хочешь? Я хочу предложить тебе то, от чего ты не сможешь отказаться. Ну, давай, попробуй. Был у меня один такой же, как ты. Ну, тоже с самого начала выпендривался, но потом уехал с машиной, квартирой, красавицей женой. Да и с президентом еще стал и дальше. Главный вопрос. А ты знаешь, чего хочешь? Квартиру, машину, домик у моря. Не-не-не. Давай как в той фразе. Человеку нужен человек. Первая любовь. Поцелуи в квартире. Прогулки под луной. Те цветы в парке. Ну да. Жена и двое детей. Хорошая попытка. Нет, ну, если проблема в жизни и нет, дети... Нет, это все в прошлом. Ладно. Тогда... Ну, что хочешь верных друзей? Никогда не предадут. Никогда не исчезнут. Всегда будут с тобой. Хорошо. Тост. За друзей. Ладно. Специально для тебя. Я, так сказать, готов подергать за ниточки мироздания. Ты готова? Ну, давай попробуем. Я могу вернуть, что ты потерял. Нет, прекрати! Просто остановись! Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Ты ни черта не понимаешь! Ты не можешь лезть в мою жизнь и в жизни других людей! Ты не имеешь на это просто права! Я ничего не понимаю! Да думаешь, что у меня одна такая? Вы все людишки такие! Сидите, прожигаете свою жизнь! Разве одиночество тебе не противно? Разве тебе не хочется вырваться из этой холодной, липкой массы, которую вы, людишки, называете, сука, жизнью? Ладно. Извини. Погорячился. Думаешь, у меня особый выбор есть? Думаешь, я хотел этого? Да, я пошел по стопам отца. То есть, он заставил меня пойти на демонологический. Я, может, я вообще в церковном хоре хотел петь или в баре работать. Меня тоже никто не спрашивал.
Маша. Георгий. Вспомнил одно.